Здравствуйте! Приветствую вас на канале Hard Reset Info. Сегодня я хотел бы вам показать, как на смартфоне Vivox Point X503 удалить, восстановить настройки приложений. Для начала мы заходим в настройки, спускаемся в самый низ и заходим в подпункт «Система». Далее жмем «Дополнительно» и нажмем на «Сброс настроек». Выбираем здесь «Сбросить настройки приложений», подтверждаем и буквально за секунду все настройки приложений были сброшены к настройкам по умолчанию. А на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!